Кадры стрельбы в городе Кульякан на востоке Мексики в четверг наводнили мексиканский сегмент Твиттера. Стрельба заставала людей на улицах, на заправках и в кафе. Людей с оружием жители снимали в разных районах 800-тысячного города. Вооруженное восстание подняли члены могущественного в Мексике наркокартеля «Синалоа». Стрельба началась из-за вот этого человека. Это Овидио Гусман Лопес. Он один из предположительно 12 детей мексиканского наркобарона Хоакина Гусман, которого в преступном мире называют «Эль Чапо» — «коротышка». В четверг патруль Национальной гвардии окружил дом, в котором находились четверо. Одним из них и был сын наркобарона. После этого нацгвардия оказалась окружена уже членами наркокартеля. Организованные преступные группировки окружили дом. Их было значительно больше, чем патрульных. В это время другие тяжеловооруженные гангстеры нападали на людей в других частях города, сея панику среди населения. Власти заявили, что члены наркокартеля пытались спровоцировать в городе панику. Они блокировали дороги и поджигали автомобили. В результате стрельбы есть погибшие и раненые. Их точное число пока неизвестно. Чтобы остановить хаос, власти позволили Овидио Гусману уйти. Американские власти задержали Эль Чапо в январе 2017 года по обвинению в торговле наркотиками. За свою жизнь он был арестован несколько раз. Два раза ему удавалось бежать из особо охраняемых мексиканских тюрем. Под его домом был прорыт тоннель для побега. В доме нашли пулеметы, ракетные пусковые установки и бронетехнику. Летом американский суд приговорил Эль Чапо к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Алексей Александров, «Настоящее время».